2015 году, во время китайской недели моды, на подиум вышел старик с обнаженным торсом. Это был Ван Дышунь. Многие были шокированы, что в 79 лет он легко двигается, как молодой. По профессии он актер театра. Когда ему было уже 44 года, он только начал изучать английский. В 49 создал свою труппу пантомимы. В 50 впервые пошел в фитнес-зал. В 57 лет запустил перформанс «Живая скульптура». В 65 научился ездить верхом на лошади. В 78 управлять мотоциклом. В 79 вышел на подиум. В 81 стал амбассадором Рибок. А в 85 получил лицензию пилота. Сейчас горячему китайскому дедушке 86 лет. И послушайте, что он говорит. Поверьте мне, вокруг столько возможностей, когда вы говорите, что уже слишком поздно, подумайте внимательно. Ведь это может быть предлогом, лишь оправданием для того, чтобы сдаться. Никто не может остановить вас на пути к успеху, кроме вас самих. И когда пришло время сиять, будьте самым ярким.